Тайны Ордена Тамплиеров. Девятьсот лет назад, в ходе первого крестового похода, священный город Иерусалим оказался в руках крестоносцев. Рыцари захватили главные мусульманские святыни на Храмовой горе и расположенную там мечеть Алякса. Участники похода были уверены, что эта мечеть стоит на фундаменте храма царя Соломона. Поэтому рыцари, основавшие на ее месте свое братство, получили название рыцарей храма или тамплиеров. Часть первая. Истоки. Высший период своего могущества, во времена Средневековья, рыцари храма считались лучшими воинами католической церкви. Эти люди были по-своему уникальны. Они сочетали в себе боевые качества воинов с жертвенностью монахов. Именно им суждено было стать реальным воплощением идеи крестовых походов против мусульман. Однако рыцари храма были известны не только своей воинской доблестью, но и целой сетью странноприимных учреждений на территории всех стран Европы. Со временем в поле их деятельности попались сельское хозяйство, ремесла и банковское дело, сделавшие орден самой мощной экономической и финансовой организацией Европы. Фактически, орден рыцарей храма стал первой в мире межнациональной корпорацией. Однако через 200 лет после создания ордена его руководители были заживо сожжены, а все богатства разграблены. Были ли тамплиеры тайными дьяволопоклонниками, или же они стали жертвами придворных интриг? Исчезновение ордена было настолько странным и внезапным, что еще в течение долгих столетий по всей Европе рассказывали легенды о событиях тех времен. Среди них чаще всего упоминаются истории о скрытых сокровищах, тайных обществах, Туринской плащанице и Святом Граале. Мог ли какой-то из этих фантастических слухов оказаться правдой? И где в таком случае скрывались потомки рыцарей последние 700 лет? Крестовые походы. Первый крестовый поход был объявлен римским папой Урбаном II в 1096 году. В ходе него армия под знаменами церкви захватила часть Сирии, Палестину и город Иерусалим. Однако после завершения крестового похода часть его участников вернулась назад в Европу, покинув регион Ближнего Востока. Со временем армия крестоносцев постепенно уменьшалась. Одновременно с этим все больше увеличивалось число паломников, стремившихся посетить Святую Землю и нуждавшихся в вооруженной охране. Считается, что первой группой рыцарей храма стали выходцы из Франции, взявшие на себя монашеский святой обет обеспечивать защиту всех групп паломников, прибывавших в те годы на Святую Землю на пути их религиозного поклонения. Считается, что именно так и возник этот орден.
Первые рыцари-тамплиеры, возложившие на себя монашеский обет в Святой Земле, добровольно отказывались от всех мирских благ. Они гордились своей бедностью и часто изображались сидящими вдвоем на одной лошади. Для выполнения своего служения перед Богом им нужны были лишь конь и меч. Лишь через 10 лет подвижнической жизни орден был официально признан церковью. В 1129 году на соборе во французском городе Труа было официально провозглашено создание католического ордена рыцарей храма. Рыцари-тамплиеры стали побратимами ордена монашествующих рыцарей-госпитальеров. Однако далеко не всем пришлась по душе идея служения Господу мечом. Многие представители духовенства относились к ней даже с отвращением, ведь насилие и лишение человека жизни никак не соответствовало жертвенности и терпимости образа Иисуса Христа. На мой взгляд, создание орденов монашествующих рыцарей стало попыткой создания группы людей, сочетавших в себе качества хороших воинов и преданных слуг церкви, что, безусловно, представляло собой уникальную комбинацию. Однако следует признать, что для 12-го столетия подобная идея носила явный новаторский характер как с точки зрения культуры, так и религии. Как и в случае многих других подобных начинаний, потребовалось значительное время, чтобы эта мысль сумела прижиться и обрести поддержку. Хотя уже через 20 лет после создания ордена стали раздаваться голоса рядовых рыцарей против слишком жестких положений его устава. Сторонником рыцарей храма был один из самых влиятельных лиц церкви того времени, аббат Бернар Клервозский. В его глазах орден представлял собой нечто большее, чем просто средство борьбы с мусульманами. Бернар видел в рыцарях универсальную силу борьбы со злом на Святой Земле. В глазах иерархов католической церкви рыцари не убивали людей, а искореняли поселившееся в них зло. Если рыцарь-тамплиер погибал в сражении, церковью ему гарантировалось отпущение всех грехов. Этим воинам был чужд страх смерти. Для них не было ничего более святого, чем вступить в самый тяжелый бой, повинуясь жесткой воинской дисциплине, что и делало их наиболее боеспособной частью армии крестоносцев. Со времен римского владычества это были первые регулярные войска в средневековой Европе. Безусловно, роль рыцарей-тамплиеров, или по-другому храмовников, трудно было переоценить. Эти люди руководствовались в своей жизни монашеским уставом, требовавшим безусловного подчинения, и обладали прекрасными боевыми качествами. В армии существует много способов установления жесткой дисциплины, однако в случае рыцарей сам орден становился ее своеобразным средоточием. У тамплиеров существовал строгий кодекс поведения на поле боя. Приказам гроссмейстера ордена нужно было повиноваться беспрекословно. На поле боя нельзя было бросать штандарт ордена.
Отступление разрешалось лишь в случае превосходства противника численностью выше, чем 1-3. За плененных рыцарей никогда не платили выкуп, поэтому в плен они не сдавались. Рыцари храма всегда сражались до конца. Перед лицом врага. Вновь прибывавшие на святую землю рыцари храма первоначально размещались в гостиницах небольшого квартала рядом с мечетью Алякса. В территорию их капитула входило здание самой мечети, стоящее на фундаменте храма Соломона и ряд других районов города. В здании еще одной бывшей мечети Маруни располагались стойла лошадей и верблюдов. Считалось, что именно там были расположены конюшни царя Соломона. Сегодня в этой мечети редко увидишь немусульманина. Несмотря на то, что большая часть рыцарей размещалась в исламских культовых постройках, их задачей была защита христианских святынь. Наиболее важным местом был храм Гроба Господня, возведенный на Голгофе на месте распятия Иисуса Христа. Еще и поныне сохранились тысячи крестов, вырезанных набожными паломниками на камнях, слагающих его стены. Помимо основных христианских святынь Иерусалима, на Святой Земле было много и других почитаемых паломниками мест, что требовало охраны их караванов от разбойников. Задачей рыцарей храма стало строительство укрепленных путевых лагерей и снабжение путников транспортом и продовольствием. Исполнение святого обета по защите пилигримов наглядно показало основные преимущества ордена рыцарей храма. Одним из наиболее наглядных примеров воинской доблести рыцарей храма стал эпизод по реорганизации и восстановлению боеспособности армии французского короля Людовика VII во время Второго крестового похода, когда при переходе через засушливые области страны солдаты в равной степени страдали и от сарацин, и от отсутствия воды. Благодаря усилиям рыцарей, часть войск удалось спасти. Уцелевшие в боях крестоносцы без серьезных потерь сумели пересечь территорию Малой Азии. Это значительно повысило репутацию тамплиеров. Именно во времена Второго крестового похода рыцари храма получили право носить свой главный символ – Красный Крест. Его отличительной особенностью стала раздвоенность его концов. Белые одежды и красные кресты стали военной формой рыцарей. Этим самым они предвосхитили униформу и отличительные знаки современных армий. Однако их главное боевое качество заключалось не в форме. Основной ударной силой рыцарей была тяжелая кавалерия. Безусловно, значительная роль в качестве средства обеспечения действий конницы отводилась и пехоте, однако главная ставка делалась именно на панцирную кавалерию.
Кроме того, рыцари переняли многое от сарацин, создав отряды легкой конницы. У тамплиеров были все рода войск. Отряды легкой конницы тамплиеров в основном набирались из взятых в плен сарацин, принявших христианство. Перед лицом расправы со стороны бывших единоверцев они сражались в бою не хуже самих рыцарей храма. Жизненно важной частью рыцарского войска были лошади, использовавшиеся также для перевозки грузов. Рыцари храма заботились о своих лошадях с особым старанием, поскольку в Палестине они были очень дороги и быстро погибали от плохой воды. С учетом того, что конное рыцарство составляло основу войска тамплиеров, каждая военная операция тщательно планировалась, чтобы избежать потерь. Постепенно рыцари храма стали пользоваться все большей и большей репутацией среди паломников. Ко второй половине 12-го столетия крестоносцам удалось обосноваться в 400-мильной прибрежной зоне, включавшей города Антиох, Триполи и сам Иерусалим. Захватив важный порт Акр, христиане контролировали весь регион Средиземноморья. С востока их владения прикрывали горные цепи и воды реки Иордан. Владения христианских поселенцев охраняли многочисленные замки и крепости, многие из которых принадлежали тамплиерам. Несмотря на то, что Святая Земля со всех сторон была окружена мусульманскими народами, внутренние противоречия препятствовали им вытеснить оттуда крестоносцев. Однако, когда мусульмане-сунниты из Сирии заключили союз с египтянами, рыцарям пришлось укреплять свои позиции. В 1178 году была заложена крепость Святого Якова, контролировавшая путь из Каира в Дамаск через реку Иордан. Один из главных торговых и транспортных маршрутов проходил в непосредственной близости от этой крепости. Ее развалины видны еще и сегодня. Торговый путь вел из Палестины в Дамаск. Значительная его часть проходила по древнему высохшему руслу реки Иордан. And crosses the Jordan in this crucial site. В те годы было не так уж много бродов через эту реку, которые до конца XII века никем не охранялись, вплоть до побед, одержанных франками над сарацинами. Forts of the Jordan were not protected by the Franks. В 1178 году, через год после победы над сарацинами, тамплиеры просят короля Иерусалима и Святой Земли разрешить им строительство новой крепости, расположенной менее чем в двух днях пути от Дамаска, на территории, которая по мирному договору контролировалась мусульманами. And in a territory which was considered by both Franks and Muslims as a Muslim territory. Именно строительство этой крепости и подтолкнуло султана Саладина к решительным действиям. В 1179 году он взял крепость в осаду.
У тамплиеров не оставалось никакого выбора, кроме как отправить армию на выручку осажденным. Но на пути к осажденным эти войска были разгромлены Саладином. Среди плененных оказался и гроссмейстер ордена тамплиеров, позже умерший в темнице. Первое крупное вторжение армии Саладина на христианские земли не заставило себя долго ждать. Тамплиеры бросили на многократно превосходившего их численностью врага все свои войска. Но даже внезапность удара не позволила им одержать победу. Тамплиеры применили ту же самую тактику, что и в 1187 году, когда они были разбиты отрядом Саладина, которому удалось переправиться через Иордан у источников Крисон. Панцирная конница нанесла сокрушительный удар в самый центр армии мусульман, в три раза превосходившей ее по численности. Битва была неудачной, в ней погибло 60 рыцарей, и лишь трое избежали плена. Атаки тяжелой кавалерии заканчивались неудачей всякий раз, когда перед войсками не стояло никакой конкретной задачи. Они просто не знали, что делать. В дальнейшем этот фактор учитывался в военной тактике. Атака кавалерии всегда должна быть целевой. Число военных неудач невольно заставляло многих рыцарей задуматься над тем, почему Господь отвернулся от своих ревностных почитателей. Некоторые из них считали, что во всем виновата гордыня рыцарей храма. И действительно, многие положения рыцарского кодекса лишь подогревали тщеславие рыцарей. Считалось даже, что своим пребыванием они сами теперь оскверняют святую землю. Для мусульман победа у источников Крисон стала значительным стимулом к победе, и уже через несколько недель Саладин собрал огромную армию. К июню 1187 года армия Саладина насчитывала 45 тысяч человек, из них 12 тысяч легкой кавалерии. В распоряжении крестоносцев находилось лишь 20 тысяч человек, из них 6 тысяч кавалерии. 1 июля Саладин переправился через Иордан и осадил крепость Тибр. Командующие рыцарским войском опасались западни, но под давлением гроссмейстеров ордена тамплиеров было принято решение отбить крепость у врага. На пути армии крестоносцев располагалась цепь холмов Рога Хаттина. Именно здесь их и встретил Саладин со своим войском. Крестоносцы были окружены и разгромлены. В тот день погибли тысячи христианских воинов. В дальнейшем из плена были отпущены все рыцари, кроме тех, кто носил символику орденов госпитальеров и тамплиеров. После сражения у холмов Хаттина все захваченные члены монашествующих орденов были казнены. Как бы жестоко это ни звучало, но именно в них Саладин распознал своих самых опасных и непримиримых врагов, от которых следовало избавиться. Как написал о них один из мусульманских хронистов, они были горячим сердцем армии крестоносцев.
Они были хорошо дисциплинированы, прекрасно вооружены, и их невозможно было подкупить. Поэтому главной целью Саладина было добиться устранения этих людей со своего пути по восстановлению контроля над Святой Землей. Несмотря на то, что Саладин захватил большое число рыцарей в плен, именно их физическое устранение должно было нанести серьезный удар по всему ордену. Здесь нельзя было говорить о мести, дело не в этом. Это был хорошо обдуманный план, реализация которого должна была обеспечить окончательную победу в будущем. Кроме того, массовая казнь рыцарей храма и госпитальеров после битвы под Хатином должна была укрепить представление о Саладине как о лидере священной войны, объявленной им неверным, сделав из него настоящего героя исламского мира. В течение шести месяцев около половины рыцарей храма погибли в боях. Не уцелела ни одна из их крепостей. Орден потерял 230 человек в битве у холмов Хатина и 60 у источников Крессона. Разгром тамплиеров стал ключевым моментом в поражении армии крестоносцев. После разгрома армии крестоносцев под Хатином, Саладин нанес следующий удар по портовым городам, чтобы предотвратить прибытие помощи морским путем. Через неделю после битвы под Хатином, Саладин обрел полный контроль над портом Акр. Затем большая часть его армии двинулась на юг и к октябрю захватила Иерусалим. За последующие несколько месяцев Саладин отвоевал у крестоносцев почти все земли, захваченные ими 100 лет назад. От полного разгрома их спасло лишь прибытие войск Конрада Монсеррат-эт-Тайра. Его солдаты и гарнизоны в Триполи и Антиохии — это все, что осталось от армии христиан во всей Святой Земле. После освобождения Иерусалима Саладин поднялся на Храмовую гору и сам совершил обряд очищения. Следы пребывания крестоносцев в святых местах смывали розовой водой. Захват Иерусалима стал ключевым моментом эпохи царствования Саладина, объединившего исламский мир под знаменем священной войны и изгнавшего крестоносцев со святой земли. Тамплиеры были практически полностью изгнаны из стран Востока. Однако, как это ни парадоксально, но они оказались к этому готовы. В их распоряжении оставались накопленные ими несметные богатства. А созданная орденом финансовая и хозяйственная сеть с центрами в Лондоне и Париже простиралась на все страны Европы. Но вскоре у тамплиеров появилась возможность вернуться на Святую Землю. Победы Саладина стали причиной небывалого религиозного подъема по всей Европе, результатом чего стал Третий Крестовый Поход, целью которого было вернуть Святую Землю Церкви. Композитор Пол Леонард Морган. Операторы Джереми Фристон, Эрика Киллер, Мартин Дунхейм. Режиссер Сара Хэрролл. Автор сценария Джеймс Вигнолл.